Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Обладатели этого имени, к сожалению, склонны к фанатизму. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Из них получаются великолепные политики и ораторы, в дискуссиях им нет равных. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Нередко носители этого имени добиваются власти и авторитета благодаря работоспособности, порядочности и ответственному отношению к жизни. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.